Приветствую вас, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про сборочный цех. 4 этапа, в каждом по 12 заданий. Первые 3 этапа задания простенькие. За каждое задание получаете маленькие наградки. Проходя задание, вы там получаете жетончики. За жетончики проходите этапчики. За них тоже получаете награды. И в сборочном цехе у вас строится танк. Это объект 156О, который мы уже рассматривали в прошлых запусках общего теста. Это у нас третий общий тест. Этот танк мы сможем сами себе построить в сборочном цехе. Каждый этап строительства будет там показан какой-то анимацией. Так что можно на тесте зайти, посмотреть на это событие, как оно будет выглядеть и так далее. Этапы будут открываться постепенно. 21 апреля у нас 1-2 глава доступна. 22-го 3-я, 23-го 4-я. Первые 3 главы там задания вообще как будто бы ежедневные задачки. А вот в 4 главе там прям очень серьезные, очень емкие, большие задания. И некоторые задания меня напрягают. Во-первых, там есть ограничения по классам техники. Там тебе в задании прям написано, на чем надо выполнять. Допустим, ЛТшки с 6 по 10 уровень. Во-первых, это очередное мероприятие, которое понижает онлайн на низких уровнях, там и так никто не играет, но из-за таких вот мероприятий там, видимо, на низких левелах скоро вообще никого не будет. Но, видимо, такая цель, таков путь. Ну и следующее, это одно из заданий, это на арте обеспечить нанесение 35 тысяч единиц урона по дезориентированным вами целям. Выполняется на САУ с 6 по 10 уровень. То есть, если у меня, допустим, на аккаунте у меня нету арты. Ну, это не выдуманная история, это факт. У меня на аккаунте нет арты. То есть, если я хочу пройти это задание, не покупая его за боны или же за золото, то мне нужно купить арту и вымазать свои руки. На тесте можно будет пройти все эти главы и получить 24 жетона. Чтобы получить танк, нужно 28 жетонов. Получив 24 жетона, нам начислят 4000 голды на тесте, чтобы остальные мы докупили за золото. Мы получаем этот танчик и можем протестировать его. То есть все, кто на тесте пройдут это все, все смогут покататься на тесте на этом огнеметном танке. То есть получается, что вы сможете опробовать это, если потратите сколько-то времени. Я не знаю, сколько времени займет прохождение всех этих заданий. Я думаю, немало времени. Это событие, я так понимаю, оно же будет на основном потом сервере, на основных наших аккаунтах, не на тесте. И там мы тоже будем проходить вот это вот событие и получим в конце танчик. Там еще и за какое-то специальное задание можно будет получить 3D стиль Горыныч. О нем поговорим чуть позже. То есть есть возможность опробовать этот танк. Также есть еще на тесте задания, которые, как и в прошлых запусках теста, дадут возможность получить награды на основных аккаунтах, на основном сервере. Там опять 3 задания, в которых нужно попасть в топ-10 по опыту 5 раз, 10 раз, 15 раз. Ну и наградки такие же примерно, как в прошлый раз. День према, резерв на серебро на час, резервы там на опыт всякие, ремки, аптечки, огнетушители. В общем, в принципе, небольшие наградки, но может кому-то они нужны будут. В принципе, событие прикольное, оформлено интересно. Теперь поговорим про сами эти огнеметные танки. Их понерфили. Понерфили именно в тех местах, которые вас беспокоили. Сначала про второй уровень. XT-130. Убран эффект дезориентации. Практически все, кто на нем поиграл, сказали, что танк имба, и ему нужно бы понерфить огневую мощь. Но ему убрали эффект дезориентации, то есть он не оглушает. Теперь объект 156О, который и является главной наградой в событии «Сборочный цех». Кстати, задания можно будет в этом событии выполнять как в случайных боях, так и в натиске. Видимо, пока это событие будет идти, еще и натиск запустят. Как бы намек. Что у нас с объектом 156О? Во-первых, уменьшен урон, наносимый экипажу. Люди говорили, что он просто вырубает танки, убивая ему экипаж. Вот, уменьшили, как просили. Дальше уменьшено время дезориентации с 12 до 8 секунд. Люди говорили, что токсичный танк, раз оглушения много, ну надо его уменьшить. Вот уменьшили. Я тут полностью согласен, чем меньше оглушения, тем лучше. Вот когда до нуля дойдем, вообще идеально будет. Увеличено время перезарядки с 20 секунд до 22.
Вот с этим изменением я не согласен, поскольку на танке и так сложно было играть. Раз оглушение уменьшили, то враги меньше будут медленно ездить и ворочаться. Будет тяжелее их словить, поймать. Урон нанести на этом танке и так было сложно. Ему еще и понерфили перезарядку. Легче точно не станет. Но посмотрим, может, на нем стало легче как-то стрелять, но здесь ничего не написано больше. Такие вот изменения, все. По сути, это тупо нерф. И одного огнеметного танка, и второго. Посмотрим, может быть, на следующих запусках общего теста, если они будут, может быть, его апнут, может быть, нет. Посмотрим, что в итоге получится. Но перезарядка 22 секунды, это как-то долговато при такой сложности танка. Но посмотрим, как он сейчас играется на тесте. Может, ему еще что-то изменили, но не написали. А может быть, это все изменения. Надо будет постримить тест. У меня вроде бы как этот танк должен быть сразу, без прохождения всех этих заданий. Потому что он у меня и в прошлый раз был. Поэтому я сразу буду его катать и посмотрим, как он изменился. Пишите свое мнение в комментариях, как вам это все событие. Самый главный вопрос, который я не понял, это сколько оно будет проходить на основе. На тесте это доступно у нас до 28 апреля. То есть люди это за неделю должны пройти. Там некоторые задания очень весомые такие. Но большая часть реально очень мелкие и проходятся как ежедневные, но это все равно нужно прям много посидеть, поиграть. Заданий не 2, не 3, их там по 12, кажется, в каждой главе. В общем, вот так. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.